На Уральскую землю прибыли святыни из Москвы и города Саранск Мордовской епархии. Ковчежцы с честной главой архидиакона Лаврентия и мощей прославленного воина и славного флотоводца адмирала Федора Ушакова разместили для поклонения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Во время Святой Четыридесятницы, времени особой молитвы, посещения святынь, благодать и поддержка для постящегося человека. Святые помогают всем обращающимся к ним с горячей молитвой. Священномученик Лаврентий пострадал за веру Христову и принял мученический венец еще в древности. Молитвы к прославленному в лике святых более 17 веков назад подвижнику, по свидетельствам многих людей, исцеляют телесные и душевные болезни. От мощей исходит наполняющее все вокруг благоухание. Не меньшую поддержку и заступничество людям по вере их дарует святой воин Федор Ушаков, прославленный всего несколько лет назад. В нашем храме сейчас находятся мощи глава мученика архидиакона Лаврентия и частица мощей святого праведного адмирала Федора Ушакова. Вот они в нашем храме в Троицком кафедральном соборе будут находиться до 9 числа, то есть буквально считанные дни, и потом по благословению владыки Викентия они будут путешествовать по городам епархии. Поэтому вот екатеринбуржцев мы приглашаем в течение буквально вот сегодня, завтра, послезавтра до 9 числа побывать в нашем соборе и помолиться вот этим святым мученику первых веков и нашему россиянину, известному такому флотоводцу 19 века, о разных своих нуждах, бедах, печалях, скорбях и попросить у них помощи. Великий пост – это время таких наших особых духовных трудов, поэтому вот надо найти, наверное, время, благо выходные 8 марта, и вот все-таки прийти и как-то так вот приникнуть к мощам, попросить у этих святых заступничество за нас. В начале марта к святыням смогут приложиться жители Полевского, Верхней Пышмы, Новоуральска, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Асбеста, Ревды, Первоуральска и Каменско-Уральского. В столице Урала святыни пробудут до 9 марта. Адрес Свято-Троицкого собора, город Екатеринбург, улица Розы, Люксембург, 57.